Привет, меня зовут Виталик. Я занимаюсь танцами уже около 2 лет. Что касается Сюкса, могу сказать, что мне очень понравилась эта идея, так как мне как танцору очень не хватает всяких артистических способностей и умения работать на публику, и поэтому я с удовольствием согласился принять в ней участие. Здравствуйте, меня зовут Алина. Я занимаюсь танцами свинг, и по сути вообще танцами немножко больше 2 лет. Пришла на конкурс Сюсюкс, потому что у меня еще не было такого звания, как Мисс Сюсюкс 2008. Мне очень нравится это слово, надо его как-то закрепить в своей биографии. И это, оказывается, называется... Алина. Алина! Алина вытягивает танец. Какой это танец? Свинг! Не угадал. Свинг это не длинный форм. Привет, меня зовут Саша. Меня зовут Вита. Мы ставим номер в стиле линди-хоп для Виталика и Алины. Это очень перспективная пара, мы очень рады, что они нам достались. И мы надеемся, что все получится лучше всего. Все знают, что линди-хоп это очень подвижный танец. И, как и в любом спорте, здесь никто не застрахован от несчастных случаев. К сожалению, мы тоже не обошлись без травмы, но, к счастью, так как я имею медицинское образование, то первую помощь я оказать смогла. Это позволило нам выиграть время до прибытия бригады скорой помощи. И, слава богу, ребята подоспели вовремя. И смогли оказать квалифицированную помощь. Виталик, как мы теперь дальше будем танцевать? Просто я не знаю. Ну что такое? У нас осталось на всего неделю. У нас еще танец не готов, ничего не готово. Ничего, Алина, мы справимся. Помочь? Конечно. Я не знаю. Так больно все, так болит, так трещит, кошмар. Я сломала свой любимый ноготь. Ну как такое может быть? Ну вообще, я не знаю, ведущая рука, вообще ничего не получается теперь, как танцевать с ним. Не знаю. Боже, ну я не знаю, это же невозможно больно, когда он руку кладет вообще. Ну что такое, ну Виталик? Ну ты же знаешь, что у меня больной палец. Встречайте! Танец линди-хоп! Виталий и Алина! Spins a web at any size, catches thieves just like flies. Look out, there comes a Spider-Man. Is he strong? Is
some blood. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Took a look overhead. Hell out! There was a spider man in the chill of night at the scene of the crime. Like a streak of light, he arrived just in time. Spider-Man, Spider-Man, from the neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, man. He's ignored. Action is here to him. Life is a great, 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 great,